Обновленная Красная площадь в Чебоксарах примет жителей и гостей столицы в День Республики 24 июня. Но ее обустройство продолжат и в следующем году. Этот фонтан станет центром притяжения. Различные цвета, мелодии, русские и чувашские. Все основные параметры уже протестированы специалистами. Случайными свидетелями красочного действа стали и горожане. На заливе практически завершены работы по укладке плит. Начато обустройство клумб. Рабочие устанавливают крутящиеся скамейки, которые уже пользуются успехом среди отдыхающих на Московской набережной. На месте бывшей троллейбусной остановки собран навес от солнца. Здесь можно будет отдохнуть во время прогулки. На детской площадке рядом с пешеходным мостом установлен игровой комплекс с инклюзивными элементами. Осталось благоустроить прилегающую территорию. Реконструкция главной площади завершится практически через неделю. Сейчас на объекте одновременно работают свыше 150 человек. 24 июня реконструкцию Красной площади завершим. Но мы завершаем реконструкцию. Полностью Красная площадь будет обновлена на следующий год. То есть мы хотим запустить аттракционы. Мы хотим запустить еще детские площадки. Это уже за пределами реконструкции. Эту работу мы будем продолжать. Музей хотим открыть на территории Красной площади. Доступ будет с 24 июня этого года. А в целом работы по Красной площади и реконструкции залива будут завершены в конце следующего года. Напомним, масштабная реконструкция на Красной площади началась в июле 2019 года. Работы ведутся в рамках создания туристического кластера «Чувашия сердце Волги». Стоимость более 1 миллиарда 200 миллионов рублей. Татьяна Трофимова, Богдана Дойникова, Игорь Зверев, Республика.